Це, власне кажучи, і є оця ситуація, коли колективне стає нечиїм. Коли кожен знає, що це спільний простір, але сам один не може претендувати на щось в цьому просторі. Та, відповідно, цей простір вихолощується, і кожен чекає, що інший щось зробить, а інший не робить, бо чекає такого самого від іншого. Це в контексті декомунізації, чи виходу з того простору колективної безвідповідальності, до колективної відповідальності, то це якраз треба, щоб люди перейшли до колективної дії, щоб вони вміли узгоджувати свою спільну діяльність, щоб вони могли домовлятися про цю діяльність, вони, зрештою, змогли розподілити, хто коли дбає про цей спільний простір, так, щоб воно було рівномірно розподілено між усіма учасниками. Я не впевнена, щоб я б змогла жити в комунальній квартирі. Бабушкины варианты. Зачем тебе стульчак? Да вот решил приукрасить у себя уборную. Решил вот стульчак новый купить, стены покрасить. Не знаешь примерно, сколько, как посчитать, сколько мне краски нужно? А какая тебе площадь туалета? Ну смотри, там стены 2 метра где-то на метр и высота панели 1,60 м. Ну, наверное, что верочно, 2 литра краски. Да, и решил. Вместе с соседями как-то, типа, вот, есть общая территория, коммуналка. Но вам надо? Ну, знаешь, как-то тоже там вместе живем, а сделать ничего вместе не получается, там, только ссоримся. Привет, напугал. Слушай, есть такая идея. Какая? Собраться вместе и прибрать в туалете, например, там что-то, например, покрасить стену. А, в этом плане, я уже собиралась. Здравствуй, Жень. Привет, заходи. Заходи. Будет самое страшное другое. Это ж надо делать. Ну, буду делать я. Согласился помочь Жене, вот, который сидит. А наверх поднять, вы что? Смеетесь, такой потолок. Какой? Вам свет не нужен? А ремонт когда последний раз видели?
Квартиру делали индивидуально. Ну, квартира, да, а здесь такой... нет, здесь не делали. Здесь вот помазали каждый над собой. Угу. Ну, почему? Потому что договорились вроде бы, а одна говорит, а мне не надо, у меня чисто. Туалет, например, когда в последний раз? Туалет, я лет 50, наверное, может, немножко меньше. Ну, а самому бы хотелось? Что? Привет, Джим. Шо? Привет, что, идем? Готов работать? Да. Башир. Грунтовка есть, да? Да, грунтовка. Грунтовка есть. И стань ногой на дверь. Удобнее будет. Да не, мне вот сейчас как раз хорошо. Сейчас как раз удобно стало. Получается, с Галиной Алексеевной у меня общий бойлер. Ага. Вот. И, соответственно, крайник общий. И я как-то... Бывало такое, что забыл на место поставить. Было пару раз, что я на пару часов с ним уехал даже. Ну, да, оставил в кармане и уехал. Короче, а вы имеете чем покрывать? А? Чем покрывать имеете? Да, у нас все есть инструменты. Не, вот инструменты процесс. Я не имею в виду, я имею в виду материал. Покровка тоже есть уже. Вот там у меня есть что-то. Ух ты. Как вам? Или пока нет впечатлений? У меня вообще это все, как говорится, до лампочки. Ну хорошо, а на конечный результат? Не знаю, тоже без разницы. Вот я такая безразличная ко всему. Но будет красиво, я надеюсь. Будем надеяться, порадуемся вместе, когда, как будет. А в общем мы и привыкли к тому тоже. А я не знаю, как делать. Я не делала. Мы умеем уже. Женя научил. Во. Спасибо ему. Вижу. Им это ж тяжело нести. По коридору. А вообще это тоже моя вся сторона. По-другому вы живете. Вы живете в Украине. В Украине есть закон о декоммунизации. Я лично понимаю, что если памятник Ленину, например, стоит ли он или не стоит, или он где-то, что от этого меняется? Ничего. Мне самое главное, если бы войну остановили. А все остальное меня как-то не волнует. Не то нажал. А ему уже нет, вот. Ему 17 лет было. У меня 17 лет прожил, мне так его жалко, я не могу его забыть. Маленький. Всему конец приходит, девочки, к сожалению. Может, так оно и надо. Это хороший мальчик. Хороший мальчик. Ну, когда-то, когда занимала одна семья, так это можете себе представить, какая благодать была. Советы это дело.
ты выбрал это маленькое помещение как бы на пробу, чтобы... Ну, изначально да, во-вторых, ну, типа, выбиралось как бы максимально общее такое помещение, в чем все будут изначально заинтересованы. То есть, если мы начали, например, с какого-то коридора, то этот кусок был бы там не важен этому, этот кусок был бы там не столь важен этому, как бы туалет важен всем. Ну, ты, наверное, еще и удивился, что никто не отказал, все были. Очень сильно, да. Вчерашние работы, да, были действительно шумные, и никто ни слова не сказал. И это потрясающе. То есть, ну, все это... тоже удивились, что ты проявил инициативу, так вот организовал такой ремонт, что... Ну, как организовал? То есть идея изначально была в том, чтобы вот собрать людей, а дальше они собрались сами. Ну, в принципе, можно это дело так продолжить. Если получится у нас тут неплохо, то займемся тогда дальнейшим. Процесс декоммунизации запущен. Желаю вашему теляте волка съесть. Я не знаю, что вы собираетесь делать. Вы тут закопаетесь.